Просто цель для таких же смерти весенных подлей. О, так и будет завтрашний день в этом мире большом и враждебном. Кто пройдет по бурлящей воде, кто напрасно распнет сам себя. Говорят,
скажем, так и будет. Затянем пояса, Россия не забудет. Мы подбираем вертикаль горизонталью. Мне надоело быть бракованной деталью. Иллюзия свободы приходит время грустных дум. Нас не спасает сердце и не спасет холодный ум. Тревога нарастает, ее никак нельзя унять. Мы падаем все ниже. Не догнать. Что сказать, всем доброго воскресного дня, кто подтягивается к трансляции. У нас продолжение с хайлайтом. Сегодня на весь день мы у нас по регламенту до 8 вечера по Москве. Катки должны продолжаться. Так что мы сегодня, я думаю, надолго здесь. Так, я пока чай допивал. В общем, что у нас тут по партии? По партии мы тут в жопе. Потому что у нас оказался багнутый проход между нами. И у оппонента все перспективнее было до этого момента. Бля, еще и пикадрил пришел. О, май гад, еще и пикадрил пришел, да. А я надеялся, что сейчас еще штук 40 гремлинов к нам примкнет. Я надеялся, сейчас 160 гремлинов будут разрывать. Охренушки. Ну ладно, тогда докупим сейчас вот этих гремлинов. Да вот этих я, наверное, уже обратно не побегу пока. Вот этих докуплю. Передам. Ну, 120 гремлинов не так много, но хотя бы будут стреляться. Ну, плюс докупим горгулик еще и пойдем уже в подземку, вон, пинать начнем феек и посмотрим, что там будет у нас. Надо вот этого еще ложка убить как-то. Мы начинаем урок географии на Амстердама, причудливый запах, мы из России. Ну, деньги у меня, по крайней мере, будут, а там посмотрим. Так, а кто у нас там еще? Инхам? Ну, кстати, Инхам пойдет, убьет Риона. Мне кажется, это нормальный вариант. Две мельницы он, скорее всего, посетил. В общем, нужно сейчас какой-то перелом в игровой ситуации. Мне нужны джойны. У меня прокачка пока слабая. Пошел через дипломатию, пошла Кира. Точнее, через мудрость, не через дипломатию. И в итоге только на 5-м левеле я сейчас заэксперчу дипломатию. Через 1000 экспы. Ну, пробив фейк, тут вообще чуть-чуть экспы дадут. И кто там будет? Надеюсь, какие-нибудь жирные копейщики там будут стоять.
и нормально все будет. Приходит ход. Рион сразу через две водяных мельницы добирает золото. Таким образом золото становится больше. Вот он видит территорию башни. Понимая, что соперник находится именно там. И обнаруживает в одной из зоны проходов героя. Но, правда, дотянуться уже не в состоянии Иона дальше. Но хотя бы разведал эту зону, уже хорошо. Уже плюс. Продолжается скупка. Отстроен замок, конечно, довольно слабенько. Понятно, чем так больно. Ого, пикет, блять. Какие-то разрывают, можно было не бить марками. Ладно, хер с ним. Не очень подрались, конечно, но переживем. Все джойнятся, я уже не знаю, кого брать-то даже. Хаста нет, да.
Так, вот этим парнем надо свитки собрать. Надо поискать свиток Хаста. Сколько молов-то осталось? Еще что-то осталось, ладно. Кто джойнится? Посмотрите-ка, блядь. Уедеть можно. Говна кусок. Так, ну все, пришел ход. Блин, конечно, хреново, что пришел пикадрил. Очень хреново. Мяса теперь меньше. Так, здесь нас заперли совсем. Смотрим, посетил он. Да, обе мельницы посетил. Хреново. Сначала обзорку. Хороший свиток. Ну и все, в принципе. Вон там что-то типа тыржака. Ну, с щитком, перчатками. Ну, здесь есть что пособирать еще. Просмотр воздуха. Я так и не построил, кстати, обзорку здесь, чтобы грали скачать. Вот это, кстати, да. Ну, пробить феек. Даже не знаю, надо ли мне это. Можно было, конечно, горгулик загрейдить, но ладно, пока. Так, а может не нужен мне пикадрил? Наверное, нужен все-таки. Ладно, хватит пока мне горгулик, а там посмотрим. Блин, 5? Не-не-не, ну никак не 5, ну тут 2. Даже одна. Оу. Вот дерьмо-то какое. 50 лизардов. Вот дерьмо-то какое. 50 лизардов я не убью. У меня есть варианты, куда еще идти. А у меня других вариантов уже нету, наверное. Там золото есть.
А, у меня обзорки нет, не могу построить. Вон деревья. Блин, вот тут, конечно, есть. Вот здесь, короче, надо где-то искать сейчас. Грааль. И сейчас будем этим заниматься на ходу оппонента. Ну, надо идти пинать, мне в любом случае. Ладно, хасту тут потратим. Блин, а где экспертный диплом-то? Мне уже Джор нужен. Так, а чё у нас Андра? Вот сюда я, кстати, мог еще пойти. Вот сюда я мог еще пойти. Тоже двушка. Но я двушку пока не беру. Топа. У нас в отношениях сплошная бурга. И тут лизарды стоят. Сколько можно? Так, ну я думаю, голема надо уволить. Один мне уже не представляет необходимости. Хотя увольнять сейчас тоже на самом деле не самый лучший вариант. А, еще и 8 героев у нас. Ой, ё-моё. По телеку идет погоды прогноз. У нас в отношениях серьезный мороз. А если прикинуть по Цельсию, бля, к тебе охладел я почти до нуля. О-я. Погнали за огнем вот этого ложка. Не надо истерик, вот этих, бля, слёз. Это всего лишь погоды прогноз. Так, а ты у нас тогда, наверное, вернешься или вперед пойдет он? Ну, пусть вернется, давай для начала. А ты у нас куда? А куда бы его отправить? За Серой и за Гремлинами, ну это тоже такое себе. Наверное, сюда надо куда-то отправлять. Надо было, наверное, сходить пробить каких-нибудь гарпий, троглодитов или бесов, чтобы лап получить. Может быть, лизарды бы заджойнились на экспертный диплом. Здорово, тезка, скажи, личей грейдить будешь? А смысл в грыжных личах? Я их и строить не собираюсь, у меня ресурсов на это нет. И этот некрозамок, он вообще не мой, а оппонента. Поэтому, наверное, нет. Ну, ПКН, если соберу плащ короля нечисти и буду поднимать личей, но для этого еще и некр нужен. Брелок квестовый, и он лежит возле города оппонента, поэтому сложно мне будет его забрать. Мантия тоже далековато лежит, так что скорее пока нет. Не вижу смысла в этом никакого.
Так, ладно, по поводу Грааля. У нас ёлки. У нас ёлки. Тут нет ничего. Значит, точно не вот эти ёлки. А, ну да, они не могут быть. Вот эти ёлки подходят. Или нет? Нет, нет, эти тоже не подходят. Хотя нет, стоп, вот эти. Как офигенно. Вот, вот это схоже с вот этими. Вот эти нижние ёлки. Да, вот они. Вот точно, вот сейчас пододвину. Вот одна линия буквально, можно понять. Нет, на одну ниже надо. То есть вот она, эта линия, вот как раз вот эта хрень совпадает с вот этой хренью. И вот эта хрень совпадает с вот этой. И тут на медузник наступает вот эта хрень. Вот они, елки. То есть, соответственно... Соответственно... Копнуть вот так. Еще две клетки. О, нет, еще одна клетка. Так. Я так переехал. Вот так правильно будет. Все, вот, вот теперь точно совпадает. Соответственно, у нас он где-то вот здесь. Соответственно, где-то вот здесь он будет закопан. Здесь где-нибудь сверху. Вот тут реально ли или нет? Ну, скорее всего, нет, поэтому вот здесь где-то надо искать. Вот где гоблины стоят чуть ниже. Каждой катке Грааль будет стартовым идти, чтобы не терять на него раскоп. Чтобы не терять время на его раскопку. Ну, есть такое. Ну, я, может быть, и не успею, потому что оппонент может сейчас ко мне прийти просто-напросто и задавить мясом. Если у него джойны уже есть какие-нибудь, то я могу не успеть просто все это сделать. Тут кому больше повезет на джойны. Уничтожать вас, саны нейтрала. Ну, сразу вряд ли. Сильно сомневаюсь в этом все-таки. Ради, конечно, одаренный копатель, но не настолько. Никто не хочет джойниться, что ли? Адель пока продвигается вниз по дорожке, при этом забирает с собой побольше армии и находит замок Оплот. Преспокойно его забирает, остается еще немножко мувпоинтов. Есть повышалочка, но платная, правда, за золото, конечно же. Ну и пока просматривает, что же делать дальше. Когда ты знаешь, что соперник очень рядом и у вас идут постоянные стычки, то, конечно, каждый ход нужно продумывать все максимально. Берет золото.
хотя была возможность взять на опыт. Решил перестраховаться, конечно. Дамакона прячет пока что. И подумывает о постройке таверны. Если будет ставить таверну, значит будет выкупаться еще какой-то герой в таком случае. Разведано довольно много зон, дальше уже охраны стоят более серьезные, чем те, с которыми приходилось работать до этого момента. Набирает больше ресурсов. Любые ресурсы — это потенциальное золото. Отстраивается все-таки таверна. И в новой зоне сейчас смело может продолжать заниматься разведкой, собирательством и так далее. Разведать неизвестную для себя зону. О, вот это вообще прям замечательно. Нашел обзорочку. Не дотягивается к ней, но на следующий ход уже может добирать. И, кстати, пришел Аламар. Это герой, у которого есть школярство. То есть навык, который позволяет обучать различным заклинаниями, переучивать одних героев между другими. На гремлинах это еще ладно, не страшно. Вопрос, как мне гоблинов пробить? Или в обход ехать? Наверное, придется в обход ехать. Возможно, надо было в Тержак рваться через Визардов. Ну, блин, были бы они хотя бы обычные. Да не заженится. Тут денег не хватит. Ну, двое на раскопке отправляются. Что еще делать? Ну, 2000 явно не хватит. Десять гремлинов. Ну, что-то в этом есть такое. 10 гремлинов действительно теряются. Экспертный дипломат. Давай-ка сюда лучше пойдем сразу. Туда, наверное, мне больше интересно. Ага, здесь у нас пустой конфлюкс. Поэтому, да, сразу туда идем. Там пикадрилку он отожмет. Ну давай, джойн сразу, тряпок на халяву. Нет. Ну, кстати, их много. Тогда да. Окей.
Пегасы. О, Пегасы, Пегасы неприятно. И, скорее всего, они не заджойнятся к нам. Маловато армии будет. Да есть. Хорош. 19. Красавчики просто. Хорош. Кстати, с 19 пегасами можно было бы и о лизардах сразу подумать. Ну ладно, уже поздно, наверное. Так, тогда разгонимся сразу на них. Сундуки у нас. Надо мне золото, не надо. Собирать мамашкой. Сегодня надо мне золото или нет? Големы или здесь что-нибудь построить? Можно книгу здесь купить ему. Но замок, скорее всего, я в любом случае сдам. Можно попробовать это сделать с наибольшими для оппонента потерями. Ну, скорее всего, я не успею до сюда, да. Можно в теннис играть без мячей, в каждом деле можно найти изъян. Понятно, зачем поет соловей, понятно, зачем БГ держаться корней, совсем непонятно, зачем бобру барабан. Вопрос: Эдрик, что делает у нас? Бежит или не бежит? Я не знаю, ну нужно ли мне плюс одно знаний? Наверное, нет. Друзья бобра удивлены, вполне объяснима реакция жены. Стучать в барабан совсем не дело бобра. Как все бобры, валил бы лес, жил как все, не хватая звезд с небес. От игры в барабан не жди добра. Наверное, надо бежать все-таки. Потому что Пикадрил сюда убежит, а эти бегут сюда. Да, надо собирать бежать. Здесь пока ничего не строим, да и денег нет. Сколько подням обычно игры на анархии? 200%? Ой, ну вообще в среднем где-то на третьей неделе заканчиваются. Ну, когда как, на самом деле. У нас багнутый проход, поэтому может и раньше закончиться. Он пошел что-то еще отбивать. Сундуки отбивает. Да-да, привет, Алекс. Надо сейчас чекнуть будет. Надо сейчас будет чекнуть мне. Попробовать логово воров какое-нибудь. Если есть пути где-нибудь. Самое интересное, что нету нигде. Плохо. Вообще, в идеале было бы здесь сейчас найти свиток 5-го левела с оффлайм или ДД. Жить стало бы легче и веселее. Так, мне надо, кстати, ресурсов на 2-й ГМ, чтобы видео наскать. Для этого надо серу искать и камушки. Камушки вот лежат, сера вот лежит, окей. Сейчас найдем ресурсов, надо 2-й гэмбит построить где-то. Но тут обзорка не очень хорошо заходит для меня. Он тут будет палить часть моего респа. Рэдди доходил. Бегает там что-то. Довольно далеко его мейн. На
Но сейчас, после посещения обзорочки, конечно, ситуация становится более ясная. Сможет лучше отслеживать Hellite перемещение своего оппонента в виде Red White. И теперь вот как раз у него может появиться возможность где-то его подловить за это. Но опять же, для этого надо, чтобы какие-то герои были напоготове. Но опять же, любое нападение это дополнительный риск. Он-то видит, конечно, какие-то границы. То есть край буквально зоны, в которой точно обитает Редди. Но сказать точно, где находится главный герой, что там вообще происходит, какая там армия, пока нельзя. До тех пор, пока в этой зоне кто-то не засветится окончательно. И не остановится в конце хода, чтобы Hellite мог это наверняка увидеть. Поэтому не знаю. Армия пока мы видим, что как раз в эту сторону и едет, но... Не знаю, станет ли он прямо сейчас бежать на соперника. Это, в принципе, большой вопрос. Так, армия пока наверх к замку сопряжения едет. Как раз идеально доезжает. Дальше армия отдается на Дамакона. Ну, это работают цепи. То есть, видите, да, в течение одного хода, как армия буквально между тремя зонами скачет. Везде успевает где-то что-то отбить. Аделька разбивается. Для того, чтобы ее выкупить, можно было в нужной зоне. Таким образом, получить прирост по темпу. Так, Аделька на конюшенке. Угу. Свиток не то, что нужно, получено. Палач, да. Удвоение маны происходит для Адельки. Вот это уже здорово. Ящик Пандоры есть за горгонами, но навряд они согласятся присоединяться. Армия еще не настолько велика, как хотелось бы. На феечках. Остается Аделька, получается, в конце хода. Ударная магия есть. Все три стрелки низкоуровневых есть в наличии с первого и второго уровня. Так что все в порядке. Играли во флаксе Норгэм. Кстати, хороший вариант. Только дотащить... Только надо сначала откопать, потом дотащить. Не еще до того, чтобы копать, начать дня два. Потому что за сегодня я точно не доеду. Потому что я не могу... Нет, я бы сегодня мог доехать, если бы я мог как-то пробить гоблинов. Но гоблинов я не пробью никак, к сожалению. Да, ну никак я гоблинов не пробью. Даже 6 големов не справятся с этой задачей. Ну хотя, под предводительством волшебки, в теории-то, может быть, и справились бы на самом деле. Если построить големов, купить он Мерланду, построить големов, передать... А, ну хотя у Сани нету... Ну, кстати, может быть, Теодорус дойдет. Ну-ка, Теодорус, у тебя есть 6 стрелок по 5 гоблинов, то есть 30 гоблинов минус о нем. Тут 3000, их будет штук 70. Хотя нет, вряд ли 70 поменьше.
это 3000, ну, в районе 60, наверное. То есть в районе 30, ну, кстати, реально пробить их, я так думаю. Берег пора бросать, берег пора забыть. Так, 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 так. Блин, вот это может дойти уже на фейках. Зая муть, счастье свое искать в мире холодных скал, где не видать низки у берегов других. Ух ты, вот это свиток. Надо сюда будет идти однозначно. Выбросим за борт жизнь. Может, надо идти сюда. Может, войдем в туман, волн развязая муть, где-то среди бермуд, там в треугольнике, чувствуя боль в руке, будет вращать штурвал, лично сам адмирал. Выбросим за борт все, был бы сам борт спасен, предполагая, что будем идти сквозь шторм. Выпьем в короткий срок, весь накануне ром, весь позабудем. Ну и что делаем? Кого тащим туда? Ну, сегодня смысла тащить туда нету, поэтому на следующий ход. Так. Нет, это напоследок оставлю. Тут у нас даешь. Вот же херня-то какая. Я их могу пробить. Но у меня уже не хватит мувов, чтобы... Блин. Чтобы свалить отсюда. То есть это его придется либо увольнять, либо... Я хз тогда, что делать. Так, ладно. 18 маны будем пополнять. Можно в теории. Кстати, гремлинов. Надо было пойти туда, наверное, сразу. Ну давай вот так ману пополню я сейчас. Андро у нас вот так притараканит все. Так. И тут у нас данжик сразу. Подзорная труба. Ух ты, 50 мертвецов. Ну пойдем мертвецов пробьем, отожмем данжик, или наоборот, отожмем данжик, потом мертвецов плюс один СП. Наверное, это мне больше нравится. Вопрос, что мне дано в данже? Наверное, ничего пока. Правда, у меня минус мораль. Хотят. Блин, они жирные, но они не захотели, гады. Надо бы на прямой стреле их пинать. Ну хотя 7 на 8, 56, и так нормально. Ой, неприятно. Надо было... Отличный интеллект. То, что доктор прописал. Еще бы... Ох, нифига, 50 с плюсом глаз. Все, что было, рак мой, жадный и слепой.
что... Блин, что, пойдем гремлинов джойнить, не пойдем? Я могу не дойти, поэтому мне кажется, разбиться мне тут интереснее будет. Разбиться сразу сюда. Разбиться сразу сюда и попробовать через вот эту хрень дойти до фишей. Может, они заджойнятся? Может быть, они заджойнятся. Так, дальше что у нас? Ну, я так понимаю, надо в любом случае ехать пинать гоблинов. Поэтому Ксерон. Гоблин. Не, ну просто Саня без стрелки не пробьется. А, у нее есть стрелка. И у нее, но у нее 5 всего. Ну смысл тогда? 5 на 5 — 25. 1-0, а он 1-0. Ну Санька с удачкой. Давай, с Санькой. Почему нет? Оу, удача. Не хотят удачку поменяться. Да и так нормально развалит. Так сойдет. Ну, одного отдал, и ладно. Если 100 раз с утра все не так. Так, донс. Ай, если пришла пора сделать шаг. Все, вот, вот. Так. Если ты. Теперь надо понять, где копать. Значит, настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи. Так, ртуть и. Там не найти вот людей. Вот так. Там нет машин. Вот так. Две вверх ртути и вот так. Есть так, то есть у нас вот тут где-то. И в середине. Ты один. Соответственно, где-то вот тут он будет. Вопрос, может ли быть он снизу, я не знаю. Может ли быть он снизу, я не знаю. Прям где дверь. То есть, прям где дверь, это я прям вот тут стою. Но я стою чуть выше двери. Ну, вот на этом уголку двери стою. То есть, можно вот сюда встать куда-нибудь. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю. Так, Ксерон у нас. Все мне кажется, я опять на тебе стою. Ну, нормально, он сколько на следующий ход дойдет. Сколько дней? Так, ну а ты у нас тогда что делаешь? Ты у нас, у тебя сколько есть? 360? Я прошагал весь свет. Дерево можно забрать. Уплыл 100 морей. И вроде все. И построить всегда. Две таверны. Вот только одна беда. Все мне кажется, я на нем. Армии там больше показывают, потому что у меня 19 пегасов. Серьезные пацаны. Так, а ты у нас бежишь, вот камушки соберешь.
Золотишко. Золотишко. Дам проход наверх у нас. Это куда-то непонятно куда. Окей, Андра у нас бежит там в обратку, вот так, а потом сундучок себе на экспу возьмет. Окей. Так, дальше что? Ты у нас. Ну как-нибудь вот так иди. Там еще обзорка есть, надо будет посещать ее. Брелок смерти. Не видно, что он квест. Ну, то есть, попробуем. Я не знаю. Может быть, есть смысл ложком сгонять туда? Не пробовать их заджонить, а просто сразу бежать в сторону лизардов. Разбиться сюда и в сторону лизардов бежать. Тогда почему не сюда, не в эту таверну разбиться? Потому что неким. Неким. Да. Ну все тогда. А, стоп, где я становлюсь еще? Золото я не собираю, оно мне не то чтобы необходимо. Так, а, стоп. Или собираю. Цветка. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни шел строю. Тогда собираю золото. Все мне кажется, я опять на тебе стою. Надо скупить на жирных этих. Все мне кажется, я опять на тебе стою. Так. Все мне кажется, я. Так, а я вот сюда в угол, наверное, встану. Стою. То есть. О, кстати. Вот так уже делать. Опять на тебе стою. Кстати, вот я прям тут стою. Прям идеально. Картофель. Давай тогда тут и встану. Тут и останусь. Снизу я забрал золото, значит, надо будем тут все откапывать. Ну вот по этой линии вряд ли, конечно. Она уже слишком в бок уходит. Поэтому надо, наверное, вот эти три клетки будет обкопать. Может быть, вот эти две. Так, а что-то у меня не озвучился донатик на ГГ почему-то. Фитар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: спасибо за анархию. Даешь Нерзула. Спасибо большое, Фитар, за поддержку. Ну, я, в принципе, и сам не против анархию поиграть. Просто не так часто удается. Ну а насчет Нерзула, не знаю, посмотрим, как пойдет. Могил себе копаешь. Не, ну если успею откопать и вывести. Вообще в теории я за один день могу успеть. За сегодня. То есть если действительно Саня копает, то я смогу Теодорусом и Ксероном вывести сюда. Через эту таверну вывести куда-нибудь поближе сюда. И вот этот герой сможет доставить в конфлюкс. То есть в теории вполне возможно это все. По поводу того, чтобы взять вот этот. Кстати, а почему тогда не сюда мне разбиться? А в конфликт именно. Обнимай меня, как не. Ну фиг его знает. Сердце рвется из пустоты. Обнимай меня, нам еще немало. То есть здесь надо два героя мне купить. Много денег понадобится сейчас. А деньги у меня кончаются. Вот тут еще кучка есть. И вот еще кучка есть. То есть. Ну, до этой кучки я не добегу, наверное. До этой. А, он даже ход еще не принял. А че он ход еще даже не принял? Пролёпа катает входку. Вот говно же ж какое. Шли косовец,
Нам тут на яд залетел донатик от Приду с комментарием: «Хай, удачи, давно не смотрел стримы твои. Как там с работой в казино? Если работаешь, то расскажи о ней чутка. Какие там слот-автоматы стоят у вас?» О, ну, уже месяц работаю как, даже больше. Спасибо большое за поддержку. Ну, рассказывать особо пока нечего. Я даже не знаю. Слот-автоматы... На самом деле, всех не перечислить, там, ну, больше 50 стоит точно. Последняя цифра, которую я слышал, что-то было 66. Сейчас, может быть, даже уже больше там. Все время расширяемся, там еще стройка, по сути, идет. У нас только первый этаж открылся. По сути, сейчас только у нас 5 покер-столов, 1 блэкджек и 3 рулетки открыто. Народу еще порой не хватает, то есть, ну и активность, бывает такое, что игры вообще ни за одним из столов нету, мы стоим кукурузу охраняем, а бывает такое, как вот в пятницу в ночь там просто без перерывов работаем, потому что уже крупье не хватает, просто ажиотаж дикий. Ну, у нас расширение, ну, наверное, летом-осенью будет еще, когда второй этаж у нас будет открываться, там будут уже столы для холдема. Насколько я в курсе. Тогда уже будет намного веселее. А по поводу слот-автоматов, ну, я вообще не особо в них разбираюсь, какие. Я видел, что там поставили какие-то большие новые 3D-сфинксы. Несколько штук их воткнули прям. Новейшие. Еще каких-то понаставили там адмиралов, еще каких-то... Бабла у народа валом, в казино все ходят, это пипец. Ну, на самом-то деле, ходит в основном народ тот, кто может себе это позволить. Потому что у нас не рублевое, у нас все в УЕ. Но тут, кстати, надо теперь убивать Аделаиду и идти. Хотя как я ее убью-то? Она кольцо холода сделает, наушников и все. Построить второй левел, кстати, можно попробовать. Действительно, можешь построить второй левел, прибить Аделаиду волной смерти. Приходит ход на Хэла. Добирается немножечко руды. Дальше уже идут размышления. Так, обзорочка. А вот обзорочка — это уже очень круто. Благодаря обзорочке он хорошенечко засвечивает здесь территории вокруг. И уже лучше сможет видеть, что у соперника происходит. Нужно отметить и тот момент, что перевес по армии пока на стороне Хеллайта. Но расслабляться все равно не стоит. Он знает, что такое играть анархию против такого игрока, как Редди. Многие называют его прухлом за то, что ему хорошо сдает или
когда он делает ставку на какие-то моменты, на которые не делают другие игроки, и у него это срабатывает. Но, как говорится, везет сильнейшему. Он ведь тоже идет по-своему на риск, когда делает ставку на какие-то моменты. Сработает? Хорошо, не сработает, значит, план был неудачный. Снимается ответочка. Ну и со снятием ответочки гораздо проще теперь здесь. Еще и с удачки. Ох, хорошо шарашат, конечно, стрелки. Ящик Пандоры с медузами впереди. И еще один ящик Пандоры с дракошками. Шапка, конечно, классная за девилами, но... это такая боль. Идет, в общем-то, отбивать себе артефакт на повышение атаки, поскольку у Адели с этим есть, конечно же, определенные проблемы. Ну, феек вообще нежелательно подставлять под удар, а, наверное, не подставлять их не получится. О, с удачки, вот это было здорово. Опять же, кем-то надо наваливаться. Отлично. Потери просто идеальные, можно сказать. Если учесть, что битва была с ифритами. И находит родную деревушку. То есть, например, копейщиков и стрелков можно будет отсюда тоже добирать себе, как дополнительный прирост. Неплохо, неплохо. В общем, Хелл пока и на присоединениях армии армию добавляет, и за счет нескольких приростов одинаковых тоже сможет собрать в ближайшее время более-менее хорошие стеки. Ну, потому что лучниками семью я не пробью, фейк. Так, ладно, ну что, начнем с раскопок. Саня, давай, я в тебя верю. Если, да, хочу. Хреново. Слишком низко. Теодорус слишком низко, скорее всего, встал. Хотя хрен его знает. Может быть, на ступеньках и будет. А стой там. Кстати, Саня завтра сможет копнуть. Наверное. А нет, не сможет. Надо тогда не здесь остановиться, вот здесь. Да, тогда нас может копнуть два раза. Вот так, если встану, то нас может два раза копнуть. Так, ладно. Ты у нас разбиваешься, Амбулас. Хочу. Много. Так, здесь ставим... Ну, блин, да, надо как-то убивать Эдолаиду. А кроме волны смерти ее никак не убить. Вот зараза какая. Ох, ни хрена, он еще и куда прошел. Ой, бля. Ой, бля, слушай, и он может до сюда дойти. Башня магов.
поглазеть. В первом ряду обыденно, легко и безучастно. На драку, на пожар, на бой. Тогда деньги надо брать. Хотелось бы взять золото, но надо деньги брать. Засними на телефон, чей-то старый стекол звон. Продолжая перегон, наш оцепленный вагон. Кто-то спрыгнет на лету, но без толку это паника. Ведь наш вагон несет по борту общего для всех. А артефакты все где? Блин, артефакты я не забрал. Ладно. Блин, мало фишей. Это не пятый левел, это четвертый. Скорее всего. Хотя фиг его знает. Может быть и пятый, действительно. Иди сюда. Думаю, пинать не кентавров, не пинать. Ой, флай. Чекнем героя. Ваш. С баллисткой. Угу, а он может сюда куда-то пойти. А ты у нас... Сюда не скрываешь, нет? Давай так сделаем. Теперь надо в трешак рвать. И надо как-то вот от этого защититься. Надо как-то от этой защититься, сучки. Она может добежать. Надо, короче, брать им пятник мне как-то. Потому что денег нету. Надо мне, во-первых, строить магов. Во-вторых, скупать их. В-третьих,
два героя покупать. У меня столько денег нету. Поэтому надо им пятник брать. Хотя книги нет, поэтому можно флаем, чтобы не меньше. Ну, не хотите, не надо. Сколько? 250. На троглодитов не насрать. Горгулек немножко жалко. Так, хорошо. Вася 2006 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: помню, слышал песенку про тебя, Адмирала, включи ПЛЗ. А так порви этот старый потертый калат. Спасибо большое за поддержку. Да, врублю. Сейчас как только похожу. Старый халат порвать. Попробуем. А, у тебя мув нет. Да тебе нахрен. Самое хреновое, что я не могу. Надо увольнять его, да. Здесь надо купить героя мне. Здесь ничего не могу сделать. И могу, конечно, выйти всей армии, прибить Аделаиду, попробовать. А то она так реально по цепочке может что-то передать сюда. Так, ну для начала мне надо что сделать? Для начала мне надо вот здесь героя купить. Это у нас Сандро. Блин, правда, 20 маны всего. Вот что я хотел, еще два рынка построить. Однозначно здесь рынок. Да, два рынка, это мне будет в плюс. Это мне будет в плюс. Так. Кстати, 0213, я, может быть, лучше его, чем Сандро куплю. Поэтому, наверное, надо сделать вот так для начала. Ага, нет денег. Все, теперь сдаем в нулину все. Ну, хотя зря я, наверное, камушки продал. 5-100 есть уже. Еще вот так продать. 6-100. Это уже на магов хватает почти. Так. Теперь в конфе купить Сайру. О, Салмир. Идеально нам подойдет. Салмир идеально нам подойдет. Так, кого тогда увольняем? Нелку или... Так, кто у нас... Ты. Ну блин, ты конечно хорош, но надо уволить кого-то. Надо кого-то уволить. Нелка вот этот тут еще золото найдет. Поэтому надо... Андру тоже не хотелось без дипломатии увольнять. Тогда кто, да? Корониус. А, у тебя нет ничего? Ну ладно. Капли любви, здесь.
Так. Кому есть так. Этого дела? Так. 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 Вопрос, двушку к концу заберу я или нет? Конца два. Очень даже не знаю. Он крылья купил, он решил улететь. Он взял гитару и книгу про все. В ней несколько слов. Фильм-стрим-морали. И за смерть, а крылья дурак делал с умным лицом. А здесь тоже двушка у нас. Не, 2-4. Армии там все равно больше. 6-0-4-6. Так, стоп, а Салмир у нас не дойдет. Все вот так убрать. Не дойдет. Ну и ладно. Попробуем здесь фейк заджойнить. Так, а я могу еще на героя сдать? Могу. Могу. Тогда мне когда вот придется увольнять. Или забить на концу двушку. Ну, блин, двушка пока сложно, наверное. Двушка пока, наверное, сложно. Поэтому я даже не буду фейк пробовать. Ну, блин, хотя если фейки заджойнятся, то можно пробовать много чего натворить. Загрейдить их, к примеру. И ложками что-то пробивать. Точно на тело. Так, ладно, хорошо, а кого мне тогда на разгон отправить? Сколько у тебя? 1630? А, пофигу. Пофигу тогда. 1630-1560. Да. Здесь мне нужно что-то подать. Блин, может действительно попробовать как копейщиков заджойнить. Просто если я заджойню копейщиков, есть шанс, что я смогу к концу забрать. Точнее, не есть шанс, а я тогда смогу к концу забрать. Потому что Джорта будет хороший. Под соточку копейщиков. Ну, не под соточку, штук 70. Все, ладно. В теории Орлашем и тем же, с экспертным офенсом. Хотя, хз, хз. Ладно, не. Пойдем, короче, вот так пока. С Флаем, я думаю, сначала что-нибудь подумаем. Так, по поводу, как порвать ему цепочку. Чтобы он тут ничего плохого мне не сделал. Орлаша в замок засунуть, только если. Здесь. Растуманили до звезд, завертелись в облаках, колышом да на мороз, рваной грудью да на страх, после боя в тишину. То есть у меня есть 4 волшебки. Надо еще 3 фейки как-то убить успеть. То есть первый раунд минус 2 лучника. Я минусую 2 фейки. И волшебка одна. То есть мне надо 3 фейки заубить лучника. Дайте мне один патрон, дайте мне и пошли.
Две фейки реально убить. Три, точнее. Правда, вот эта херня мне не нравится. Без побед, да с медалью на душе. То ли глух, а то ли слеп. Громко все и в темноте. Развернули полотно. Пир горой за храбрость рек. Тот, кому здесь все равно, прошагает дальше всех. Дайте мне один патрон, дайте мне и пошли вон. Дайте мне один стакан, где последние 100 грамм. Дайте мне один патрон, дайте мне и пошли вон. Дайте мне один стакан, где последние. Такой странный вопрос. Хай, ты куришь? Нет, не курю. Параллелки мы ждем. Ну, понятное дело, я написал ему Ваську. Но это бред. Почему я должен ждать, пока он играет параллелку? Это идиотизм полнейший. Еще и доставляет своим дебилизмом трудности организатору. Ему придется его видео пилить на хреновую тучу частей и потом соединять их обратно. То есть придется ему вырезать все части сначала, которые в которых он играет хрен знает какую игру непонятную. И только потом еще как-то склеивать все это. Это бред. Ага. Он даже так решил. Ну ладно. Тебе же хуже. Ай, не убили. Не убили. Кстати, два раза 50 на 50 монетку выиграл. Ай-яй-яй. Где мои моральки-то? Не, убить-то я его теперь изи убью. Волшебками. Он, конечно, может еще кинуть волшебок в лучников добить. Но толку.
Never моралька. Never, never, never моралька. Эх, нет морали. Never, never, never моралька. Ну ладно. Ничего страшного, мы побегаем. Ману тратить я не буду. А, я не могу ничего строить. Плохо. Так, ну все. На следующий ход врываемся в тражак. Продолжаем копать граль, врываемся в тражак. С флаем можем уже грабить что-нибудь вкусное.